Євген Гуменюк, менеджер з комунікації та зв'язків з громадськістю комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва. Вітаємо вас у студії ранкової програми «Новий день». Доброго утра. Давайте в першу чергу розкажемо миколаївцям, що ж це за картка містянина і чому її варто впроваджувати в нашому місті. Да, все, когда слышат про это слово «картка горожанина», «картка николаевца», ну, многие вообще не понимают, что это, зачем, то есть зачем она нужна. Ну, как бы данный проект, он для города пока что пилотный, и я думаю, что старт будет уже этой осенью. Для начала он охватит именно транспортную услугу, то есть безготевковый оплат проезда с помощью карточки. Вообще во всех городах, ну уже крупных городах, данный проект реализовывается или в стадии реализации. Самыми первыми в Украине были Львов и Киев. Они также начали с транспортного додатка, в основном для льготников. Люди с помощью этой карточки оплачивали проезд. Или, допустим, имея запас на месяц определенных бесплатных поездок путем считывания через валидатор, таким образом ездили на общественном транспорте, и городская власть контролировала поток пассажиров, поток льготников. То есть это как бы одно из таких удобных, один из удобных методов подсчета ну, перевозок льготного населения, как бы чего у нас нет в городе. Вот. Я так подозреваю, что в Николаеве на первом этапе будет то же самое, потому что вот совсем недавно банк Ощадбанк и компания Visa подписали с городской властью меморандум. И, собственно, Visa дарит Николаеву 100 валидаторов первых. Они охватят все трамваи и троллейбусы города. И я думаю, как раз вот нужна будет эта карточка, да, для льготников, чтобы считать, сколько их у нас. Вот та же монетизация льгот, которая вступила обязательно с 1 января этого года. Но я думаю, вот на первом этапе карточка будет выполнять именно эти условия. Далее, собственно, предусматривается, что она будет расширена, ее функция, и будут дополнены определенными социальными додатками. Вот. Вопрос какими, все зависит от городской власти. Я думаю, для этого должна быть принята определенная программа или как минимум положение об этой карте, чтобы выделять ну, бюджетные средства на закупку считывающих устройств и так далее, то есть, чтобы расширять этот проект. Но для первого этапа, я думаю, это будет уже нормально. Проглядаючи досвід інших міст, які вже впровадили картку містянина, ми знаємо, що ця картка може замінити і навіть ідентифікатор особистості, і звичайні картки у поліклініках, та навіть стати певною дисконтною системою у місті. Да, многие города как раз пошли по этому пути, то есть начинали с обычной транспортной карточки и вот сейчас пытаются расширять ее возможности. Ну, во-первых, это удобно, во-вторых, мы как бы живем в обществе, где все время развивается диджитализация различных услуг, у нас есть электронные кабинеты плательщика налога, избирателя, вот вводится система e-health для записи к врачу, потом услуги Минюста, да, по выдаче определенных доведок, реестр, выдача доведок, там, кадастровой карты, ну и так далее. Таких государственных услуг очень много, они уже как бы в электронном виде, это, во-первых, упрощает, ну, жизнь всем нам. И, собственно, такая карта, если как бы правильно подобрать программное обеспечение для нее и развивать его, то есть обновлять и так далее, то эти все сервисы теоретически, ну, в принципе, я думаю, практически можно объединить, вот, чтобы как бы иметь одно вот такое идентификационное, ну, как устройство с твоими данными для легкой авторизации и так далее. Собственно, все эти условия наперед специально, чтобы потом не переделать в будущем, мы заложили в тех задания, которые, собственно, презентовали через СМИ, то есть какие-то другие публичные каналы информации, чтобы люди, жители нашего города и не только, смогли подать свои проекты дизайна данной карточки. И если, ну, больше рассказать о самом конкурсе, то как бы понятно, что если осенью уже стартует, то нам нужна визуализация этой карточки, чтобы она была как бы и, ну, и сувенирная одновременно продукция, потому что там будет какая-то символика
Должна быть привязка к Николаеву, плюс все города идут по этому пути, все делают дизайн и так далі, і так далі. То есть это как бы самый один из первых этапов. До створення дизайну ви запрошуєте миколаївців, жителів області, да. Та ще й за це пропонуєте потім подарунки. Да, мы приглашаем всех, кто умеет рисовать, как минимум, или работает в каких-то дизайн-программах. Вот. И присылайте свои работы на почту info@inda.ua до 12 августа. Вот я вчера еще вечером проверял, уже есть три проекта поданные. Ну, я думаю, что будет как минимум 10 раз больше. А якщо не секрет, то у які хвилі вже працюють дизайнери і що пропонують для створення картки? Ну, каждое свое видение. Я как бы не хочу заранее раскрывать как бы секреты, так как презентация всех работ будет уже по истечению финала подачи. Каждый видит по-своему, то есть символику, там кто-то видит якорь, кто-то графические изображения, но везде есть привязка к реке. Пока что в этих трех. Ну, опять же, в тех заданиях мы прописывали, что автор на своем усмотрении, как он видит город и его какие-то символы, индивидуальные особенности, чтобы они были отображены в дизайне. Я думаю, что этим только не ограничиваемся мы только рекой, да, и там еще какими-то элементами, связанными с водой или морем. Вот. Думаю, что фантазия николаевца и вообще, в принципе, людей безгранична, поэтому хотелось бы увидеть все возможные варианты в хорошем качестве, желательно. То есть это одно из условий. Ось щодо цього, у якому вигляді взагалі, які є вимоги до надсилання макету? Они достаточно простые. То есть главное условие, если по технологично, макет должен быть витворенным, да, при печати, при увеличении, масштабировании и так далее. Ну и, собственно, форматы всех графических файлов, самых популярных, можно использовать при подаче данного проекта. Одно из основных условий – это подача проекта в трех вариантах, так как мы до конца еще не знаем, какая будет финальная версия, я имею в виду финальная версия использования этой карты. Поэтому мы предусмотрели самые три варианта. То есть самый простой – это как бы обычное платежное средство, то есть банковская карточка бесконтактная, которая, в принципе, выпускают все банки. Они стандартные, но ими также можно расплачиваться проездом, получать зарплату и так далее. Вот. Второй вариант – это идентификация. Это уже как бы более ближе к самому понятию карты николаевца, где будут некие персональные данные, и, возможно, будет заложено количество там ежемесячных поездок, и при каждой поездке эта льготная поездка у льготника будет считываться. Соответственно, по истечению там срока неиспользованные будут списываться. Таким образом, на списанные неиспользованные поездки город будет экономить деньги, да, не компенсируя его перевозчику, потому что как бы те цифры, которые подает перевозчик, они часто взяты с потолка там, и не обоснованы. И третий вариант карты – это как бы электронный билет, непосредственно платежная картка, но я думаю, это как бы такой вообще новый уровень. Чтобы сделать электронный билет, нам нужно сделать единую систему билета по всему городскому транспорту, да, чтобы сев там в троллейбус, пересев на трамвай или потом на автобус муниципальный, человек бы не платил бы за количество пересадок, а платил бы за часовую рамку поездки, например, час, как это недавно озвучил городской голова. Но это опять-таки пока проект, я не знаю, как он будет реализован, технологически. Вот, поэтому мы предусмотрели три варианта. И главное, как бы бонус, победитель конкурса получит приз 5000 гривен. Такая символическая и не самая большая, если сравнивать с другими городами, у них там бюджеты призовые побольше. Чем Але все равно приемно. Ну да, такая мотивация, больше имиджевая мотивация и как бы еще раз стимулирующая горожан принять участие в жизни города в таком визуальном, графическом, дизайнерском виде. Якщо до 12 серпня можна надсилати свої роботи, то коли планується презентація і вже коли буде обрано дійсно єдину картку? Ми предусмотрели подачу 12 августа включительно.
Презентация, я думаю, будет там на следующий день или через два дня, вот, то есть на следующей неделе. Но, опять-таки, если у нас будет достаточное количество работ, если нет, то мы, скорее всего, можем продлить. Так как сейчас просто лето, сезон отпусков, я понимаю, что ну, как бы люди, возможно, заняты другими вопросами. И вообще лето как бы не самый удачный период для подачи проектов, но нас подгоняют со стороны руководство города, да, и чтобы уже как бы на хотя бы на день города уже був какой-то более-менее адаптивний проект для этого. Тобто за пробігом саме конкурсу можна буде переглядати на сторінках агенції розвитку Миколаєва, на сайті міської ради. Я предполагаю, що буде публічна презентація всіх поданих робіт, а якщо їх буде дуже багато, то, мабуть, ми определимо фіналістів, якщо буде достаточно, но не очень много, мы определим, наверное, сразу финалиста, но победителя. То есть все зависит от того, как люди, горожане, откликнутся на наш призыв принимать в этом участие. То есть все зависит от вас, жителей Миколаєва. Дякуємо вам, що сьогодні звітали до нашої студії. Сподіваємось, що миколаївці порадують своїми роботами.